изменим задачу. Раньше мы все время приближали число альфа, то есть рассматривали величину альфа х минус y. А давайте напишем альфа х минус y минус b. Здесь альфа – это некое фиксированное иррациональное число, b – это просто любое число. Оказывается, верна теорема Чебышева. Для любого иррационального альфа, для любого числа бета, неравенство альфа х минус y минус бета меньше, чем 3 разделить на x, имеет бесконечно много решений в целых числах x и y. Совершенно замечательная штука. Оказывается, мы просто берем любую подходящую дробь к числу альфа. Вот можно взять подходящую дробь, подходящих дробей бесконечно много, и тогда записать альфа это p разделить на q плюс дельта разделить на q квадрат, где дельта меньше единицы. Дальше. Q мы уже таким образом зафиксировали, p тоже зафиксировали. И смотрим на величину q бета. Для какого-то целого числа t будет верно неравенство. Потому что к любому числу, при помощи целого числа, можно подойти на расстояние 1 вторая или меньше. Зафиксируем такое целое число t. Тогда вот это, можно будет написать, q бета минус t равняется какое-то число, которое то ли положительное, то ли отрицательное, но по модулю не больше единицы. Так, здесь число меньше, на самом деле, оно было меньше или равно. Вот. И тогда бета у нас тоже выше. Замечательно. А дальше очень простое вычисление. Подставляем бета и альфа в альфа х минус бета минус y. Px разделить на q плюс dx разделить на q квадрат, это мы альфа подставили. Минус t крутых минус эпсилон разделить на 2q, это мы бета подставили, ну и минус y. Теперь там, где есть дельта и эпсилон, напишем их отдельно, а все остальное напишем здесь. P и Q – взаимно простые числа. Поэтому можно так подобрать целые x и y, чтобы это было просто 0. P и X минус Q и минус T – 0. Это уравнение имеет бесконечно много решений, и они устроены так, что вот здесь есть какое-то решение, и мы X прибавим на величину Q, а из y к y прибавим p, x увеличиваем на q, y увеличиваем на p, то получается тоже решение. Таким образом, можно, прибавляя нужное количество раз q или вычитая, добиться, чтобы x попало в такой интервал. X больше или равно q пополам и меньше, чем 3q пополам. Между прочим, в таком случае q больше, чем 2 третьих x. Тогда вот эта дробь просто 0. Осталось вот это. Ну, модуль разности не больше, чем сумма модулей. Если вы вместо q квадрат пишете 2 третьих, то здесь получается 9 четвертых, а тут получается 1 вторая делить на 2 третьих, то есть 3 четвертых. 9 четвертых плюс 3 четвертых – это как раз 3. Заметьте, ничего сложного. Но конечно, здесь не квадратичность. То есть, вот, если бы здесь был x квадрат, но все равно интересно. Довольно простое такое вот рассуждение дает нам альфа x минус y минус бета меньше, чем 3x для любого иррационального числа альфа.